Каждый из нас хотел бы иметь роскошные волосы, но часто они сухие или ломкие, нередко выпадают и, более того, начинает появляться седина. Доктор Ведов создал уникальный рецепт, который сделает наши волосы здоровыми и прекрасными. Итак, 5 шагов к роскошным волосам. Первый шаг. Бальзам доктора Ведова – это уникальный целебный бальзам на основе байкальских трав и особой кедровой вытяжки, который проникает глубоко в капилляры, очищает фолликулы, регенерирует и восстанавливает волосы и кожу головы на глубинном уровне. Бальзам останавливает выпадение волос и активизирует их рост. Волосы перестанут сыпаться. Бальзам максимально затормаживает и останавливает процесс поседения. И во многих случаях поседевшие волосы начинают приобретать свой естественный натуральный цвет, потому что основные причины поседения убираются. За счет чего все это происходит? Бальзам номер 7 очень глубоко проникает в поры и капилляры, и это его уникальная особенность. Он проникает в капилляры и восстанавливает микроциркуляцию головы, выводит токсины, шлаки и переокисление в виде пены. Бальзам уменьшает количество перекиси водорода в фолликулах, что является очень серьезной причиной седины. С помощью бальзамов мы убираем спазмы сосудов и восстанавливаем кровообращение головы. Номер 7 – это прекрасная профилактика атеросклероза. Мы улучшаем движение крови, уменьшаем риск тромбоза и убираем образование бляшек. Болит голова или повысилась температура? Бальзам номер 7 уберет нам и боль, и температуру. Мы нагреваем бальзам под струей горячей воды, встряхиваем, наливаем на ладошку, наносим на голову и втираем в корни волос. И если пена выходит, то мы просто продолжаем натирать и напитывать голову бальзамом, пока не прекратится процесс пеновыделения и выведения токсинов. Итак, с помощью бальзама мы насытили кровь кислородом, убрали переокисление, глубинно очистили волосы и кожу головы, открыли поры. Далее переходим ко второму шагу – питание. Поверх на бальзам наносим питательную маску для волос доктора Ведова. С помощью маски мы питаем волосы и кожу головы, обогащаем луковицы волос микро- и макроэлементами, насыщаем большим количеством витамина А, Е, С. Маска вместе с бальзамом останавливает даже сильное выпадение волос, увлажняет и питает сам волос и кожу головы. Ломкость и электростатичность волос исчезают. Волос становится упругим и сильным. Также маска на основе натуральных компонентов и на основе лечебного бальзама полностью восстанавливает энергию волос. Мы втираем маску в корни волос и оставляем ее на 30-40 минут. Третий шаг. Смываем. Бессульфатные мягкие шампуни на основе целебных трав и, что очень важно, на основе нашего лечебного бальзама номер 7 очень мягко очищают голову. Но этот шампунь, он не только для очищения, он также способствует росту и укреплению волос. И очень бережно ухаживает за кожей головы. Четвертый шаг. Бальзам-кондиционер размягчает волосы, увлажняет и является идеальным средством ухода после мытья головы. Делает волосы послушнее, придает им шелковистость и эластичность, значительно облегчает процесс расчесывания и укладки. Пятый шаг. Мы используем сыворотку для волос доктора Ведова «Аватар». Это уход в течение дня. Она вбирает в себя все достоинства и бальзамы, и маски для волос доктора Ведова. Все это для сохранения энергетики волос в любой момент времени. Это мощный активатор роста, делающий волосы роскошными и блестящими. Состав сыворотки поистине уникален. Там огромное количество трав Байкала, минералы с острова Окинава. И сыворотка также сделана на основе бальзама номер 7 для волос. Она защищает волосы от повреждения, снимает электромагнитное напряжение с головы, обладает ощелачивающим действием, устраняет перхоть, выпадение волос. Также сыворотка насыщает волосы силой и энергией и является профилактикой против потери волосом цвета. Чешуйки волос закрываются, и волос выглядит толще. Делайте 5 шагов вместе с нами, и ваши волосы станут роскошными и прекрасными.